В связи с большим потоком претендентов в Казахстане продлен первый этап приема заявок на стипендию «Булашак». Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом приняла решение продлить его до 16 октября. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-президент Центра международных программ Мейржан Алпызбай. По решению республиканской комиссии присуждена 251 стипендия среди претендентов научно-педагогические работники, инженеры, врачи и госслужащие. Напомню, в июне этого года приняты новые правила отбора на стипендию «Булашак». В частности, была введена новая категория и общий конкурс для обладателей сертификатов IELTS и дипломов GPA. Общий конкурс требований для претендентов: средний балл диплома соответствия 3,3, а также знание английского языка на уровне 6,5. Что касается туров, сейчас это 6 туров. Первый тур — оценивание претендентов по мотивационным и рекомендательным письмам. Также комплексное тестирование введено. В рамках комплексного тестирования наряду с психологическим портретом претендента оценивается знание его по Конституции Республики Казахстан и по истории Казахстана.